Привет, меня зовут Андрей. Сейчас сделаем такую 10-минутную медитацию перед сном. Там, примите душ, ванну, то есть приготовьтесь уже ко сну и где-то разместитесь так, чтобы вам было удобно. Вот, такое расслабленное состояние. Я вот на полу сижу, вот спина ровная. Дыхание ровное, спокойно, и засекаю 10 минут. Постарайтесь как бы быть неподвижным. Не спать, и глаза полуоткрыты. Они могут быть открыты, но глазами не бегайте туда-сюда. Зафиксировали какую-нибудь точку, и так держите взгляд. Как вот раз и замер. Вот такое ощущение, что было. Алиса, таймер 10 минут. Готово. 10 минут. Начинаю отчет. Поехали.
Алиса, стоп. И делаем медленный, спокойный, глубокий вдох. Выпрямляем позвоночник, шею чуть назад, то есть наклонить вперед голову. И выдох. Еще минутку где-то посидите. Почувствуйте все свое тело. Почувствуйте пространство спереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу. Почувствуйте себя в этом пространстве. Почувствуйте свое тело все. И вдох, выдох еще раз. Ну, посидели 10 минут, теперь, в принципе, можно отходить ко сну. Доброй вам ночи, приятных, ярких, красочных снов желаю вам. Всего доброго.